Что нужно для вкусного завтрака или ужина? Конечно же, свежая морская продукция. Приобрести рыбу с берегов Камчатки можно у торгового центра «Премьер». На выставке продажи икра и рыба камчатская – выбор на любой вкус. Более 35 видов рыбы горячего и холодного копчения. Чевыча, омуль, палтус, тунец, зубатка, белорыбица, а также натуральная икра – это гордость продаж. Ее издавна считают по-настоящему царским угощением. Здесь она продается на развес. К слову, именно на этой выставке икру и любую другую рыбу можно попробовать. Прийти сюда может человек с любыми вкусами и желаниями. Да, я покупала здесь рыбу. Очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала белорыбицу, палтус и чевичи. Очень понравилась икра, рыба вся свежая. Тоже едим с удовольствием, всей семьей. Покупаю себе и дочери, и родителям. Будет день рождения у дочери, обязательно куплю. В продуктах с Камчатки нет консервантов. В ассортименте в торговой точке есть и королева лососевых. Чевыча. Эта рыба богата на витамины и микроэлементы, которые поддерживают мозговую деятельность и работу сердечно-сосудистой системы. А чудный запах рыбы от приготовления на натуральном сырье, коре дуба и ольхи, а также яблоневых ветках, радует всех покупателей. Чевычу, белорыбу, я тут раз брала, пришла второй раз. Мужу понравилось, на 23-й подарила. Вот решил себе период угостить. Очень вкусная рыба. Свежие видно. Мы брали палтус, мы брали чавычу. Мы палтус брали и в других магазинах, но вкус совсем другой. Вкус совсем другой. Это намного вкуснее. Побаловать себя царским угощением или приобрести морские деликатесы к праздничному столу можно на этой неделе, начиная с 7 марта и до 12 марта включительно. Выставка продажи расположена у входа в торговый центр «Премьер». Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».